Почти 2 миллиарда рублей из краевого бюджета направили на организацию отдыха в летних лагерях. Это больше, чем в прошлом году, на 250 миллионов. В новом сезоне их посетят около 111 тысяч детей. Из них более 2 тысяч отдохнут за пределами края, в том числе по федеральной программе «Дети Арктики». Под нее подпадают 549 мальчишек и девчонок из Норильска, Туруханска и Эвенкии. Также в летние лагеря поедут отдыхать дети участников специальной военной операции со всего края. В регионе будут работать 53 загородных лагеря, 767 с дневным пребыванием и 18 палаточного типа. В этом году стоимость путевки составила 30 тысяч рублей, но родители оплачивают только 30%, это чуть больше 9 тысяч. Льготным категориям граждан путевки достаются бесплатно. Это инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, а также сироты и оставшиеся без попечения родителей. Глава Красноярского края Михаил Котюков сегодня выступил на заседании правительства региона, где обсуждали подготовку детских лагерей к летнему сезону. Нужно обеспечить и образовательный процесс, и воспитательный процесс, и безусловные вопросы безопасности, вопросы питания. Новшеством 2023 года будет в связи с тем, что у нас постоянно была востребованность лагерей с дневным пребыванием со стороны родителей, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья, то в этом году откроется 17 лагерей пришкольных для именно такой категории детей с ограниченными возможностями здоровья.